Приветствую всех, с вами Сенсей. Давайте сегодня посмотрим новую игрушку. Стоит она недорого, 1000 рублей. А стоит ли она этих денег, мы сейчас оценим. Значит, играем мы за Мэзикин, госпожу Ада, за демона. В 2К с HDR поддержкой. It's like a storm coming from far, far away. I felt it in the air. Вот она, Мэйс наш. Кто смотрел фильм «Люцифера», я оттуда взял. Название демона. Заходите на мой канал, более 900 роликов у меня, не только игровые. Софт, железо, полезное, во имя справедливости, все есть. Ну что, начнем? По-моему, вроде светло. Посмотрим, как у нас запишется HDR. Майки обещали, что каждую игру будет, любую игру ставишь, и будет HDR поддержка. То есть не обязательно в игре, чтобы была поддержка HDR. Ну что такое за дресня? Я не пойму, что у меня лезвие что ли тупит-то? Затуп какой-то лезвенный. Они вообще что-то полудохлые какие-то. Просто их побить надо, что ли? Наконец выполнил. Может, они дал. Может, глюк какой-то в игре, блядь? Да что ты за хрен, блядь, с горы? Он напугать меня пытается, смотрите. Я сам кого хочешь напугаю. Сама, наверное, правильно. Вот, зашевелились. Это просто зомби какие-то были. С нюху сбитые. Панкиллер, что ли, да? Или пайкиллер, как он там называется-то? Что-то типа этого. Так и не понял, что надо сделать было. Что это за дырежка? Не надо тут секреты никакие разгадывать. Просто бегалка-бродилка. Смотри, смотри! Ожили эти мерзавцы-то, блядь! Махнорылые! О, научился я эту дресню делать. А что это такое вот? Что за семечки тут валяют? Что-то мне кажется, это HDR как-то... Что-то светло больно, мне кажется. Вот. Высветляет этот HDR, высветляет. Ну нет, я вообще другую игру играл, это просто игра, что-то она. We didn't need words. We understood each other without them. Guess it sounds like love at first sight, don't it? Давай мы сейчас мы тут. You see, the whole universe has a rhythm. Well, it's kind of my pulse. And when I'm with her, we sort of become one. Her music is my. Как Дракула. Дракула на кол всех сажал. Говорят, что он вроде кровь пил врагу. Поэтому его стали там называть чудовищем. Опа, девка попалась. Пас, какой пас, черт возьми. Где этот пас у меня? Ах, вон она стреляет. А, вот как. Все, я понял, дошло до меня. Нате, мерзавцы, блядь. Блядь, убирающий лебедь. Лебединые, бледины озера. Да что такое каждый раз вы меня тут своей яркостью? Пошли вы нахер, блядь. Мерзавцы, че ты тут еще будешь бесить меня? Ярость, я яркость, блядь.
2Х. Говно вонючее. Ну, давай делай. Смотри, смотри, там что-то 2Х. Ну, что оно там сгорает, блядь. Ну все, убери тут, блядь. Куда идти? Может вот сюда надо стрелять? А где этот пульсирующий? А, вот он. Ну, это панкиллер или как файкиллер какой-то. Смотри, смотри, блядь, это лошадь-то, блядь. Не знаю, что-то мне какой-то дресня. Нахер, нахер тут всю эту помойку, блядь. На. Вот и все. Мочу, замочу, блядь. Всех разорву, как грелок. Ну кто там на новенького? Все, господа, блядь, присяжные. Лед тронулся, блядь. Вон я разошелся, блядь, как вон восьмерки у меня там. Песнепение, блядь. Смотрите, смотрите, дрочил у меня своими этими жердями, блядь. Смотри, смотри. Кишечники. Ну давай, чё ты? Бум-бум-бум, блядь. Чего она не делает, я не пойму. Мозгов не хватает, что ли? Ну, честно признаться, меня уже задолбало это место, блядь. Круговерфь эта вонючая. Наконец-то, блядь, ненавижу я вот эти обучения в играх. Просто, блядь, какая-то дрянь для дураков, нахуй. Ну, геймеры, они, по-моему, не дураки, ни хрена. Они... Вот почему он не делает вот сейчас в этот момент, а? Почему эта дресня не делает это, да? Дресню. Ну чё, почему она не делает? У нее вот горит. Надо в определенный момент, что ли, нажать? Я нажимаю, поливать как. Давай быстрее, ублюдки! Матрёшка подпёрнула. Давайте. The first hell was Vogue, full of cold and ice. Конечно, HDR, вот 2 года монитора, и только сейчас эта технология дошла до нас. Как говорится, только ее прикрутили. Десятки она не работает. То есть я там заливал ролики про десятку. Я там по-всякому корячился, она через какое-то время слетает. Здесь тоже бывают взлеты, но, например, от игры, вот эту игру я во весь экран влупил и слетело все нахер. Сейчас вот я в окне играю, окно во весь экран. Все держит нормально, блядь. А то все белесый был, блядь. Че там? Мне эти клоуны уже надоели, почему они какие-то полудохлые там висят там? Разозлились. Ну, не знаю, по-моему, до Дума не дотягивает, да, ребята? Тоже вроде и добивание тут какое-то, или еще что-то. Да. Не знаю, может быть. Ярость какая-то, ну, хрен его знает. Пока не впечатляет. Эх, ты, блядь, смотрите, у него надрочило, надрочилось. Что-то у него вон колотушка какая-то, нахуй. Дурак, блядь. Эх ты, сука, бестолочь. Жирный пес, ёп. Разлетелся, блядь. Кабота, блин. Гашки, блядь.
Подарков никаких. Блин, уж на первые горшки-то могли бы дать что-нибудь. Смотрите, какую-то дресню я не видел. Может, еще где-то. А что такое происходит? Ярость добавляется, прибавляется. Here's Persephone. I reckon we'll see lots more of her. Ёх ты, бля, все. А я не знал, что оружие здесь есть, бля, клянусь. Блять, попасть надо в какой-то определенный момент, что ли? Скот ты, блять, вонючий, нахуй. Нахер говно это мне. Череп, блять, тупорылый, нахуй. Вон они бегут. Оба, дружки мои, блять. Дурь-то я из вас сейчас вытряхну. Мешок с говном. Да куда вы нахрен? А сколько у меня патронов-то, бля? Кто-то вообще видит, где патроны у меня? Друзья мои. На тебе хребет, хребет. Два патрона, да? Блять, надо оставить, мне кажется. Дратить на этих махнорылых тварей, блядь. Не хочется. Нормальное оружие, да? Haven't heard that one. Ну кто тут, блядь, что-то все будто вот какие-то прерывания вот. Че, я сдох, что ли, я не пойму, блядь. Или это опять тренировки какие-то? Разыгрался я тут что-то. По-моему, я сдох, да? Надо следить за едой, хотел сказать, за этой херней. Да они просто, наверное, показали, блядь, как воскрешать их. Потому что, по-моему, сдохнуть-то, блядь, невозможно на поначалу, блядь. Кстати, я на каком уровне-то играю, черт тебя знает. Да, с вами не поговоришь, и на вас не отвлечешься. С этим говном и как грязи. Да что ты за конь-то серогорбый? Нет, смотрите, уже вышибли из меня. Вот это жизни, наверное, да? Точно, блин, все отлично. Мы жизнюшку сейчас будем. А вот это кончается у меня, не похоже, да? Это просто дрочилка, да. Да все, пошли вы нахер. Вот этот жердяй, блядь, меня задрал. Вседалище. Че, смотрите, опять убавился у меня, серьезно, блядь. Убавился жизнюха-то, смотрите. Надо убийство делать, чтобы вот эти кусочки, наверное, вылетали, да? Похоже на то. Чего вот они здесь стали? Стоять боятся, блядь. Как вот он смог меня ударить? Не буду я тратить, а. Блядь, сейчас какой-нибудь босс появится, блядь. Босс хрен прирос. Вот я что-то... Ярости, что ли, это меня не добавляет? Не могу понять, почему я не могу сделать это, как ее? Убийство, да. Вот, они мигают сейчас. Чё-то. В определенный момент. Да хрен тут поймаешь этот момент. Как кота за яйца ловить, всё равно, что, блядь. Вон опять этот рукожопый, блядь. Мерзавец. Наконец-то поймал я эту тварь, блядь. Блин, я уже ничего не вижу, блядь. Накрутил, блядь. Так что уже и не видать ничего, да. Вот он идет, блядь. Покажу, блядь. Он, блядь, дрочил и своей, смотрите, блядь. Машет, блядь, не хуже, чем... Опухший вот этот пенис у него. Смотрите, сейчас сдохну я.
сам, сам. У меня эта энергия вон появилась. Пока вот я нажим... Как вот это говно поймать ее? Ну это вообще, вот это меня не прикалывает. Вот это сделали, блядь. В определенный момент надо нажать, поймать вот эту штуку. Блядь, настолько противная дрянь. Бесполезное говно, ну. Опять этот ублюдок. Сырокордый. Мы сейчас издалека к нему. Хотя он издалека тоже хлыщет. Здоров. Эти тоже срутся этими палками своими. Корягами, блядь. Кидаются. Хорошо, что здесь не лук. Дурак этот, смотрите. По 30 я у него хреновин выбиваю из него, блядь. Вообще, можно сказать, ничего, блядь, не выбиваю. С мешка это с говном, блядь. Да что ты за мерзость такая, а? Где он? Я ему сейчас прям... Хребтину, блядь. Хотел хребтину, а он оказался тварь лицом ко мне. Ну не знаю, конечно, это есть по пьяни вот так мочить на возможно, пока что-то не впечатляет. О, что-то такое я сделал. А? Смотрите-ка, может еще где-то есть? Однотипные враги пока. Ничего нового тут нет. Дудку надо брать. Haven't heard that one. Да, блядь. Давай, матрёш. Ладно, хоть не заново, это остается на этом месте. Сейчас... Да что ты, блядь? Все, если не попал, все, уже не попадешь нам. Она как раз мигает в то время, как... Говно вот это уже достало, это... Колхозник с мешком с этим. В руках, блядь. Че он там, картошка, что ли, у него, блядь? У этого мерзавца, блядь. В руках-то... Картошка, блядь, наверное, скорее всего. Ну, импакта я что-то не особо не ощущаю, ребята, такого, что прям вообще, блядь, как в Думе там валило. Ну, и игрушка-то это, столько не стоит. Вон там открылся проход. Ярость, знаете, вонючая. Что туда ударить надо? Так, а у меня 8 патронов. Я сейчас сдохну, вот и все. Ну что тут, не надо разбивать. Все, я сейчас сдохну. А, вон, смотрите. Подожди ты, ублюдок. Кристаллы, блядь. Куда идти-то, я не пойму. Правильно я или нет? Жизнюшка. Че он там пробормотал-то? Опа, я здесь займу место. Эх ты, блядь, смотрите какой. Ублюдок, блядь. Серогорбый. Вы видели? Бесёныш какой-то, блядь. Однорукий. Ах ты, сука. Нерусская обезьяна, блядь.
Ну этот черт точно из Европы, блядь. Европа, вся в жопу. Блять, он достает, смотрите откуда. Его надо вот этой черепушкой, наверное, за кукошки дергать. Подойти и дернуть за кукошки. Вот это было бы интересная игра. Реально, блядь, было бы смешно. Кто вот опять трещит, блядь? Как я не доберусь до этой штуки, вот. Блядь, по башке этой музыкой колотит, блядь. Вот когда выполняешь вот эту хренотень, вот говно из них вываливается, вы видите, жизнь прибавляется, вот. Вот поймай тут сейчас. Сдохнешь быстрее, чем поймаешь. В какой момент надо наступить им на яйца, нахуй. Вон опять там этот живоглот, что ли, пришел с жирным. Два даже тут писеныша, блядь. Все, залячкал я их. Ну, кто на новенького? Мерзавцы, блядь. Вот этот жердей, блядь. Опа. Оп, поймали, блядь. В жизнь, видите? И сразу сожрали, блядь, мне жизнь, да. Вот этого надо. Давай. Есть, блядь. Я сейчас так наблажнюсь, буду тут постоянно набирать жизнь. Но это просто... Поначалу легко, потом они будут, наверное, с ума сходить вообще. Они уже это. Да что ты, блядь? Говнище. Не подбирай мои зелененькие штучки. Вон, свинья опять пишет, блядь. Жирная, блядь. Смотрите, смотрите, сейчас я сдохну, все, сдохну. Козлы. Дудка какая-то разблокирована. Ну чё, блядь, все, завалили меня, что-то заново, что ли, я не пойму. Куда мы входить? Так, чуть дальше, как я не пойму, мне открыть оружие, дальше что? Скейт можешь просто нажать. Нет. Ну а где про... Так, надо взять, наверное, да? Отправиться в ад, ясно. Так вот, да? Стакан не разберешься. The first hell was Vogue, full of cold and ice and despair. Что-то заново, что ли, все, я не пойму. Не дай бог, еще тут будет показывать опять эти. Заново проходить эту дрянь. Обучение. Какая-то дрянь, мне кажется. Блять. Всё. Надоели. Скоты, блять. Ну чё, я был здесь уже, наверное? Ну
вот эти семечки, чего они не подбираются? Все, полные набралась они. Ну точно не облазуешь. Вот он этот дурак опять вернул. Крупанула она ему по яйцам. Подождите-ка, мы сейчас жизнь возьмем. Ускорение какое-то дебильное. Ага, взял, блядь, жизнь. Как же. Нахер меня послали. Кто-то их сожрал. Эти пузырьки. Осколки. Ну давай, зажигайся, тварь. Все, сожрем. Смотрите, смотрите, он дрочилый своей. Блять, не успел я его захомячить. Ну да. Тут дело случая, блядь. Попадешь в эту зажигающую дрянь. Если не попал, все, ты будешь попадать, как раз она так мигает, что ты будешь попадать ни хрена. Короче. Вот, надеюсь, вы меня поняли. Вот, видите, все, он теперь не будет попадать. Если первый раз не попал, то отлично. Не попал, все, до свидания, блядь. Нажимать на эту дресню бесполезно. Вот, не попал, все, мочить надо. Надо тут эту руку набить просто, и все, и будет все легко и просто. Чего вот эти котелки я разбиваю? Я что-то вообще ни разу не видел, чтобы какая-то дресня оттуда вывалилась. Ну кто на новенького? Давайте быстрее. Шевелитесь, что же вы как мемка там, блядь. Буксуете вы. По часу, блядь. Кого-нибудь, никого не было, и никого, бля, одновременно у них моргало. Давай вот из этого говна вышибем что-нибудь. Блин, все, видать, перебор был, бля. Вон там сгорел, давайте возьмем. Осколков подберем, мандеха, карманы мы забьем. Как же мне этого жирного ублюдка-то, блядь? Смотри, двойной прыжок. Летит он, летит. Вернее, она летит. Забыл где-то. Ой, блядь, опять эти дождь. Вонючие. Блин. Там сложность нельзя никакую сделать. О, смотрите. Ну, выбивай давай из него. Все, не могу. Попал все-таки. Вот этот жирный ублюдок без руки, ты черт-то на. Он был бы вот вместе с ними бы он нападал, их бы можно выбивать было из них дресню и жизнь прибавлять. Пока его мочишь. Все равно, что дрочишь. Ну. Ну давай. Все, не могу попасть. Все. Наконец-то, блядь, успел. Да. Все, думал, сейчас загнулся. Нет, выкружил как-то. Хотел до камня сбегать, но черт с ним. Ну, кто еще? Давай, жирный. Кого ты стреляешь? На это. Курица, блядь.
куда, вы откуда и куда. На еще. Я еще не сдох. Как попасть в него, а? Промахнулся, дрочилой своей. Лучше не смотреть. Ты, вон. Так, жизнь у меня полная, да? Надо на этого однорукого ублюдка, блядь, припасти ружье, блядь. Да что ты, твою мать, а? Блин, я не знаю, это убийство, конечно, сделали как-то не очень меня впечатляет. Каждый раз надо ловить эту хренотень. Может быть, блок-то он не ставит? Может, блок она у меня ставит? Подожди, как она? Ну, нет, вряд ли. Чего вот это 16 каких-то? Максимальная ярость. Кто там запел, слышите? Блин, я, наверное, из-за этой музыки забанят. На, в жопу тебе. Сейчас я тебе заеду, блядь, в седалище-то. Вы видели, блядь? Эта тварь, блядь, не сдохла? И в жопу у ней полетели какие-то камни, блядь. Священные эти. Да что ты? Я говорю, вот эта хренотень, чисто, блядь, реально раздражает, блядь. Давай, загорелся он. Мочи его, блядь. Катает его. Всех разнес. Ну, кто там? Где там вторая жаба-то? Не молитесь. Да все, не могу. Никак не могу попасть нам. И все тут. Куда ты полетела, тварь? Как у меня ярость-то? Я чуть включаюсь, я не могу понять. Вот она, по-моему, ярость. Да? Крокодил уже. Молящиеся твари. Они молятся этими палками своими. Это что такое каждый раз я сбиваю? Что такое дает? Ярость дает или что дает? Не сдохнет никак. Во-во, кишка пришла. Однорука. А, смотрите, блядь, он своих валит, блядь. Он своих этих. Эх ты, блядь, сейчас. И где вот ты сейчас возьмешь жизнь эту? Ну? Нигде. Все, сдох я. Вообще где-то застрял, да. Где взять-то? Все, еды нету, блядь. Эй, блядь. Все, все-таки казнили меня. Два раза. Дают, видите, возможность, ну, воскреснуть. Смотри, блядь, тварюка. Блин, я палкой, по-моему, быстрее забью, ну, чем...
Есть на. По перилам. Well, Conquer Invoke gave me knowledge of myself. My ultimate, I guess. Ну как сохраниться-то, я не пойму. Обязательно надо уровень пройти, что ли? Без... Не сохранишься, пока не пройдешь, что ли? Бля, вот это вот дрочилово, я вот считаю. Ну, зачем? Сделайте врагов помощнее, ребята. Ну зачем вот это нужно, вот это ковыряние вот это вонючее, бля? Зачем это говно давать вообще такую трясню, бля? Бесполезную, бля. И этот-то бесполезный, трехкрасный. Ну я знаю это, что, как двигаться быстрее, зачем это нужно в конце игры. Эх ты, блядь, смотрите, опять этот с меня пошла, вот этим надо жирным, блядь, три штуки всего. А этой мерзавке надо... Блядь, не успел дойти. Как они могли меня убить, блядь? Сейчас опять, что ли, уровень заново? Да нахер они бы нужны, блядь, с этой игрой тогда. Я играть больше не буду, наверное. Да что ты, выбрось ты, где у меня меч-то, ну? Я быстрее мечом завалю эту тварь, блядь. Вон она, блядь, заюзала. Это вот, знаете, мне игру напомнил, Ассасин, там это, как ее называют-то, блядь? В Лондоне. Там 25 тысяч раз надо ударить, чтобы кого-то убить. Ассасин, супер-убийца, ну. Ну ладно, давайте на этом остановимся. Игра так себе, посредственная, мне не зашла. Всего доброго, берегите себя, до новых встреч.